Тут можно залезть на автобус. Надо как-то поднять настроение. Готов? Все люди в мире – братья. Просто старшие бьют младших. Что это? Анекдоты. Шутки в сторону. Часть вторая. Уилл Ливингстон. Пойдем дальше. Что делал слон, когда пришел Наполеон? Ел траву. Ага. От чего плавает утка? Вот. От берега. Почему верблюд не ест вату? Потому что не хочет. Писатель говорил: умираю, но не сдаюсь. Ой, нет, не так читаю. Погоди еще разик. Писатель говорил: умираю, но не сдаюсь. Все испортила. В чем главная проблема брака? Слишком много женатых развелось. Тупая шутка. Безнадежен. Ты хоть сама понимаешь, о чем это? Нет, не важно. Ладно, нашутилась. Шутки готов? Люди читают запоем, так они и спиваются. Запоем. Понял. В первую голову надо поесть, сказала чудовище. Ну вот, есть захотелось. Прозаик пишет про животных. Сама-то поняла? Что за чушь? Кошка боялась пылесоса, а потом втянулась. Никогда не слышал. Вот и все, больше нет. Лежи, лежи, лежи. Опять они. Хорош возиться. Ну, валим отсюда. Ничего, вроде нас не видели. Фух, вот и наш мост. Мы приближаемся. М? Не будем терять время. Пошли. Какая же она худая. Раньше ведь было много еды. Ну да, но некоторые старались не есть. Почему? Для красоты. Идиотизм. Вот, нашла. Спасибо. А по-моему, самое время для шутки. 3,14% моряков – пираты. 3,14. Вчера я всю ночь топил печку. К утру она утонула. Понял. Что делать, если пробки перегорели? Что? Разливать. Старье. Почему корова ложится? Ну и? Потому что не умеет садиться. Хватит. Убери эту книгу.
Вот и все, больше нет. Нет, для меня слишком дорого. Лезь! Ладно, надо развеяться. А теперь закрой рот и скажи, где ты был. Знаешь, кто не прав? Лев. Да, прикольно. Сколько яиц можно съесть натощак? Ну и сколько? Конечно же, только одно. Не поняла. Под лежачий камень никто не опоздает. Мрачно. Ладно, нашутилась. Вот она! А я что говорил? Теперь бы подобраться. А ты как, держишься пока? Нормально, привыкла уж. Пока шла с Генри, сама прибила пару зараженных. Можешь мной гордиться. Да. Когда началась эпидемия, мне было всего 5. Я плохо помню это время. Но мы жили в местечке вроде этого. А что ты помнишь? О, барбекю. Родители устраивали охрененные барбекю, приглашали толпы народа. Я до сих пор помню ясно, как пахло тогда. Странно. Стреляю на поражение. А не само гостеприимство. После начала эпидемии начались грабежи. Недолго стать параноиком. А ты помнишь это время? Да я вчерашний день едва помню. О, собачки. К ним лучше не подходить. Это тебе не карантинная зона. Они одичали. Что это? А, это машина для мороженого. Для мороженого? Да, мне про них рассказывал Генри. Прямо из машины продавали мороженое. Что? Гонишь, Джоэл? Тут были цикады. Да, похоже на то. И как их искать? Я знаю одного человека. Это мой брат. Он был цикадой. Насколько я знаю, он в Вайоминге. Доберемся туда, найдем его, а потом и цикад. Ну что, вы с нами? Ха, по-моему, отличный план.
Ну все, меня достали ваши заунывные разговоры. Время анекдотов. А что это? Сейчас узнаешь. Рассказать тебе шутку про воблу? Не, не буду, слишком соленая. А в чем прикол? Понятия не имею. Что белый виноград сказал красному? Выдыхай, кретин! Ужасно глупо.